Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Рада вас приветствовать. Начинаю с видео свое с того, что хочу с вами поделиться рецептом блинчиков. Здесь все просто. Все ингредиенты я вам пропишу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Просто взбиваю немножечко яйца с сахаром. Ну, как бы изначально смешиваем только жидкие ингредиенты. И в конце уже я насыпаю сухие ингредиенты. Это мука, разрыхлитель, и в конце я вливаю растительное масло. Ну и даю немножечко тесту постоять, буквально минут 5-10. И перед каждым блинчиком я смазываю сковороду обязательно растительным маслом. И жарю, как обычно, тоненькие блинчики. Получаются очень вкусные, ажурные. Обязательно попробуйте. Это блинчики на молоке, обычные классические. На днях мы отмечали день рождения моей крестницы, ей исполнилось 3 годика. Вот только недавно были крестины, уже ребенку 3 года, как время летит вообще. И перед походом на день рождения я решила сделать альгинатную маску, которую заказывала в Organic Zone. Девчонки, маска классная, очень хорошо увлажняет кожу. Ну и после маски я наношу такой легкий макияж. У меня в арсенале все как у минималиста. Это тушь для ресниц, тональная основа, либо тональная пудра от Eco Make. Недавно тоже заказала себе тушь для ресниц, карандаш для бровей и помада. Все. То есть как бы я использую всегда минимум косметики. И сегодня также просто вытяну волосы утюжком. Конечно, я стараюсь им пользоваться редко. И перед тем, как пользуюсь им, всегда наношу на волосы термозащиту. Ну, собственно, и все. Собираюсь я всегда быстро, на лайте. И много времени на это не трачу. Ну, собственно, сегодня что творится? И вчера, и сегодня ливень, дожди, погода отвратительная. Сейчас я вам покажу мои семена, которые взошли, рассаду, и покажу, что творится за окном. Так, это мои петуньки, которые мы с вами сеяли. Тянутся к свету. Но уже, смотрите, у них по 2 настоящих листика. Здесь совсем все грустно, очень мало. Получается, 1-2. И там третий, ну, еле-еле что-то. Так, томаты взошли у меня практически все. Что здесь, что здесь. Вот один тут не взошел, это абаканский ранний. Один не взошел. Ну, здесь вот только-только проклевывается. Так, в принципе, схожесть очень даже хорошая. Здесь вот даже 2 штучки вылезли. И вот такая вот у нас история за окном. Смотрите, что там творится. Ужас, да? И вот так вот уже почти неделю льет. Ну, сезон дождей, зато тепло. Где-то плюс 10. А на этой неделе вообще до плюс 20 обещают. Представляете, лето к нам идет. Ой, вот такие дела. Видите, какая темнота в комнате. Сейчас, в общем, буду я выбирать, что я сегодня надену, потому что мы идем сегодня на день рождения. И заодно вам покажу, что я приготовила своей крестница. 3 годика ей. Это уже в пакет все сложила. В общем, заказала на Озоне вот такую вот книжку. Тут, по-моему, 4 книжки внутри. Пишу печатные буквы. Потом, помимо букв, там еще вот фигурки можно рисовать. И причем маркеры пиши, стирай. Ну, то есть хватит ей надолго. Думаю, будет развиваться. Мама с ней будет заниматься. Интересная штучка, мне понравилась. И сейчас вам раскрою такой вот костюмчик как раз на весну-осень. Так, смотрите, костюмчик какой. Значит, тут на резиночках у нас внизу, на штанишках.
Здесь, где пояс, тоже вот такая широкая резиночка, очень удобная. Сам по себе костюмчик хлопковый, прям такой, знаете, ну, не тоненький, но и без всяких начесов. Ну, как раз вот на теплую погоду. Не на сильно жаркую, но на такую же теплую весну. Кармашки на толстовочке, вот такие на молнии, чтобы ребенок мог и сам одеваться. И мне кажется, это удобно, чем через голову надевать. Вот, капюшончик вот такой вот тоже под цвет штанишек с отделочкой с белой. Мне прям очень понравился. И, кстати, бюджетный. А на рукавах также резиночки вот такие есть. И для девочки самое то. Это, девчонки, рост 104. Bonita Kids. Мне, кстати, нравится эта фирма. У них очень даже хорошие, качественные детские вещи. Это любимый Василек. Вот, ссылку вам на костюм тоже оставлю в описании. Кому актуально, переходите. Там различные расцветки, какие хотите. Там, по-моему, на мальчиков тоже есть. Посмотрите. Вот, так что так. Так, а у нас это будет все такое в узком кругу происходить, поэтому я вот думаю, что мне надеть. У меня тут всякие блузки, тоже гардероб, конечно, нужно обновлять уже. Так, это более теплое. Я вот не знаю, надеть эту рубашку, я ее еще ни разу не надевала никуда. Наверное, надену рубашку, да джинсы. Че, по-простому, нормально, приличненько. И сфоткаться можно в ней, очень даже ничего. Мне понравилась вообще эта рубашка, прямо и по качеству, прикольная. Вот, и в первый мир, как говорится. Вот, и джинсы. Джинсов у меня, конечно, много. Наконец-то я во все свои джинсы влезла. Кстати, даже те джинсы, которым девочке лет, мне кажется, ну, года 4 назад я покупала, я в них влезла. А вот эти, наверное, уже мне велики. Я покупала их вот 2 года назад. Вот эти джинсы, они очень большие на мне, теперь они болтаются. Представляете, а цвет такой приятный. Кофе с молоком. Ну, так что так. Ну, с одной стороны, классно, что я влезаю теперь в джинсы. Я прям довольна. Я скинула нормально. Так, надо, кстати, у Кати взвеситься. 27 размер у меня. Но они мне, кстати, вот прям даже появился вот такой, вы знаете, как запасик, представляете? 27-й. Ну, я не знаю, что это за размер. Вот. Все, собственно. Так, не хватает нам зеркала в полный рост. Ну, в общем, как-то так. Джинсики, рубашечка. Нормально. Так, и что еще хотела сказать? А, хотела сказать, кто мне советовал Свицин, девчонки. Спасибо вам огромное. У меня заметно стали лучше расти волосы. И прям даже здесь пушок появился, распушилась я. И, конечно, уже нет такого ощущения, что 3 волосинки, прям такой объем появился. Я довольна. Спасибо вам огромное, человеческое. Ну, вообще, я о нем, конечно, тоже как-то наслышана, но когда мне написали, я прям приняла решение, что точно его закажу. Так, в общем, мы тут готовим салатики, всякие закуски. Катя нам сейчас покажет лайфхак, как быстро нарезать супер яйца. Смотрите, берете толкушку картофельную, вот так вот нажимаете, и вуаля, у вас измельченные яйца. Классно же, правда? И вкусно. И вкусно, да. Берите на заметку. Можно сразу в рот сразу высыпать. Конечно. Зачем в салатницу? Кать, вон там тоже белок забери. Ну-ка, покажи, что там у тебя. Налить. О. Крыка. Да, смотри, какая книжечка. Нужно писать, рисовать и можно стирать. Вот. Вот так вот стирать. Угу. Кто это? Принцесса? Принцесса. Котели и кошка играют, шарики. Угу. Шарики в клубочке играют, киски, да? Вот, смотри, будем учиться с тобой. И что? Да, вот так стирай, и потом снова обрисовывать можно, да. Вот так вот выглядят, в общем, эти штучки, буковки здесь. Ну, это, конечно, для детишек постарше. А вот эти вот уже для малышей можно сидеть аккуратно, стараться выводить линии разные. Прямоугольники, треугольники, квадратики. Ну, в общем, короче, хватит надолго. Главное, и маркеры. Там сколько? 4 маркера в комплекте. Вот одним пока пишем, а другие мама спрятала, чтобы они не высохли, они их не сломали. Вот, так что
Ссылку вам тоже оставлю на эти книжечки, да. Вот, а это костюмчик на малышке, видите как? Прям 104 вообще идеально. Просто идеально. Да, все, мы сейчас пойдем праздновать твой день рождения, да? Она левша, левой рукой пишет, левша. Да, вот так уже старается, да, молодец. Угу. Только за столом надо это все делать, да? За столом сядешь, будешь делать с мамой. Собачку туда. Какой шикарный торт, обалдеть. Мать вообще рукодельница. Банан с персик, да? Банан, персик, белые коржи на кипятке, крем-чиз. Я уже хочу. Быстрее режь-то. Неси ты марганцовку, чтобы покрасить, чтобы был красный бархат. Да, нормально. Будет розовый башен. Я отрезала, которую она кусала. Можно вот это? Так, друзья, всем нового дня, доброго дня. Снимаю я уже на второй день. Значит, погуляли классно вчера, с детишками я там пообщалась. Они маленькие такие, интересные, прям, знаете, как вспомнила мне Вероника, была трехлетка. Очень такой интересный возраст. Лопочет, лопочет там, без конца и края, что-то рассказывает, ну прям зацеловала бы. Вот, и значит, что сегодня я в преддверии 22 февраля, значит, испекла уже меренговый рулет, отдала клиентам. Прям уже отзыв прилетел, очень приятно. И хочу сегодня наварить овощей заранее. И хочу завтра, на 23-й, сделать селедку под шубой. Не готовила 1000 лет, и хочу вам сказать, что прям соскучилась по простому салатику. Вот, поэтому вам на заметочку, если прям не знаете, что уже приготовить, давайте делать селедку под шубой. Старый, добрый такой, знаете... Рецепт, который, мне кажется, с годами вообще не надоест никогда и никому. Ну, по крайней мере, мне. Сегодня я также уже позанималась спортом. Сейчас у меня тренировки каждый день. Я включила, помимо правильного питания, ну, как стараюсь правильно питаться, и тренировки где-то по 20-30 минут каждый день. Вот. Вообще, конечно, знаете, в идеале, может быть, надо раза 3 в неделю и так по часу, по полтора, да, заниматься. Но мне вот лучше понемножечку, но каждый день. И мне кажется, как-то будет эффект, что ли, быстрее. Ну, не знаю. Вот, так что так. В общем, добро пожаловать в видео и приятного просмотра. Здесь я отвариваю уже картофель, морковь. Сейчас поставлю свеклу отвариваться. И здесь у меня уже почищенные яйца отваренные. Тоже я вот так их перекладываю в контейнер. И пока отставляю в сторону. Ну, я думаю, что сегодня буду собирать этот салатик. Также вот, можно сказать, уже к ужину макарошки отварила. Также у меня здесь салатик мой любимый, обычный овощной. И разложила уже в микроволновке. У меня стоит там курица разогреваться по тарелкам, и еще есть булгур отваренный, тоже там уже на тарелках, у меня все наложено, поэтому сейчас будем ужинать. Так, здесь у меня сидят петуни, это игл, который я досеивала уже позже, чем те мои петуни от партнера. Ну вот смотрите, прям уже всходят, здесь всходят, вообще практически все всходят. Мне вот чем нравится еще игл, то что она очень хорошо всходит и растет. Конечно, она вытягивается более сильно, чем такая вот петунья от партнера, но сорта очень красивые. Надеюсь, что мы с вами будем любоваться летом. На террасе будет просто красотень. Ну и, конечно, куда же без моей микрозелени. Это руккола у меня. Едим по чуть-чуть, срезаем. Сейчас надо попрызгать. Я не поливаю, а именно брызгаю, чтобы не переувлажнить и корни не загнили. У меня уже такое было, пришлось мне выкинуть целую вот такую вот штучку с микрозеленью. Вот, видите, здесь я упустила, она начинает цвести, мхом покрываться, неприятный запах, и как бы можно уже это все выкидывать. Поэтому переувлажнение тоже чревато для микрозелени. Здесь собираю яичную скорлупу, не обращайте внимания, потому что использую потом в огородных делах. Перемалываю в блендере, и это у меня прям такая... по горсточке подкормка при посадке рассады. Вот, имейте в виду, если кто не знал, у меня мама так делала всегда, ну и как бы я делаю.
Поэтому целый пакет там уже огромный собрала этих скорлупок от яиц. Такие вот дела. На закате смотрите, как солнце отражается в доме. Светит как ярко вообще. Вам, конечно, не видно, а так очень ярко солнце светит. Стало очень много солнечных дней, у нас это хорошо. Котейка моя лежит на диване, у нее все хорошо, да? Дион, поздоровайся с людьми, скажи здравствуйте, с праздником вас. Мужчин с праздником, с 23 февраля. Так на меня смотрят из-под лоби, скажут, вообще чокнутая. Так, что хочу сказать по поводу гиацинтов, да? Вытягиваются очень сильно, конечно, на столе тут им свет не хватает. Но уже вот такая вот история. Все отцветает. Как бы придется скоро все это вот так чик-чик срезать и высаживать в огород. Туда, на участок. Пахнут безумно классно, приятно. Так, у меня тут Валера приехала с Пятерочки, купил мне кофе по акции. Но это правда Vivo, это не ваниль. Стоит 196 рублей сейчас, 10 штук. Это выгодно, потому что я покупала всегда за 270 на Озоне. Ну, как бы вообще, да, 196 халява. И вот перекладываю я вот в такую штучку здесь. И у меня хранится, капсулы хранятся вот так вот здесь, рядом с кофемашиной. Селедочку я в этот раз вообще вот готовую купила, и все, не хочу эту целую разделывать, с костями возиться. Сейчас вот эту вот порежу, и все. Здесь у меня мой ОНС, здесь у меня свекла, овощи, здесь у меня лук, уже измельченный. Ну, как бы, наверное, все. Буду сейчас я собирать салатик вот в этом блюдце. Ну, такая, как у меня, посудина. И соберу, и как раз это у меня как крышка, видите, дополнительно. Это покупала я такую стеклянную посуду лет, наверное, 15 назад, вместе с микроволновкой. Очень удобно вот так хранить. Можно в ней запекать, она такая термостойкая. Не знаю, какая-то у меня фирма. Слушайте, то ли Симакс, то ли что-то вот такое написано, видите? Так, значит, смотрите, первым слоем я кладу картофель. Потом поливаю это все майонезом, посыпаю обязательно чуть-чуть перчиком, солью. Затем выкладываю лук. Теперь сейчас буду я выкладывать селедку, конечно, порублю чуть-чуть. И вот этим маслицем тоже немножечко вот так поливаю, чтобы картошка была посочнее. Вообще каждый слой вот этим маслом чуть-чуть проливаю, потом уже добавляю майонез. И знаете, шубу готовить лучше всего, конечно, накануне вечером, чтобы она в холодильнике пропиталась, настоялась. И завтра она будет просто великолепна. Еще я пробовала добавлять в шубу яблоко, натертое тоже на терке. Но что-то как-то мне не зашло, девчонки. Не знаю, мне не понравилось. Может быть, кто-то еще знает какие-то хитрости. Я вот знаю, что шубу делают и с скумбрии, и с копченой рыбой, и даже с красной рыбой. Но для меня кажется, что классическая — это все-таки сельдь. С вкус такой неизменный. Старинно-русский, так скажем, исконно такой старинный рецепт, поэтому вот так вот. Так, друзья, ну что, у меня вот такая вот красотка получилась, шуба. Сейчас еще украшу микрозеленью сверху, зеленью, и отнесу уже в холодильник. Вообще, наверное, лучше завтра перед подачей свежую микрозелень срежу и посыплю. Так что так. Так как у нас идет сейчас масленичная неделя, хочу поделиться с вами еще одним классным рецептом. Пекла прямо сегодня. Это блинчики на молоке и сливках. Обязательно приготовьте. Здесь все то же самое по принципу. Вводятся жидкие ингредиенты. В конце вливается кипяток, они заварные. И жарится, ну, как обычно, с двух сторон по одной минуте. Все ингредиенты будут в описании. Обязательно приготовьте эти блинчики. Они вообще еще нежнее, чем просто на молоке. Мне очень понравились. Так, мы тут садимся праздновать. Рулет, кстати, тот, который за 15 минут делается. Курочка, шуба, салатик. В общем, все по-скромненькому у нас. Так, всех мужчин с праздником поздравляю. И желаю вам всего наилучшего. На этой вкусной ноте буду на сегодня с вами прощаться. Всем пока, всем хорошего, удачного дня!